Ты зомби-хоррором что-нибудь хорошее видел за последний? За последний вообще нет ничего. Ты вспомни, какие раньше-то были вещи. Resident Evil, Silent Hill. Видишь, они говорят, типа, Москва-Сити и нашествие зомбарей. Ой, слушай, это уже все проходило. И напугать они хотят. Кого? Держать Алюшку или пойдем смотреть? Очень здорово, очень мощно, очень жирно. Впечатление, ты умом понимаешь, что ты находишься в пространстве и ничего не будет, но на эту доску все равно страшно наступить. Да. Когда появлялись видеоигры, я как, так сказать, любитель, могу сказать, что, конечно, вот эта вся история с очками и виртуальной реальностью активно показывалась в кино, тогда она, правда, не существовала, но было ясно, что далекое будущее вот несет нам вот эти вот игровые перспективы. Не прошло и каких-то энное количество лет, да, и это появилось в реальности, и это, конечно, ощущение совершенно удивительное и непередаваемое. Мне лично зашло. Что это высота, высота. Ну, причем очень убедительно. Да, здорово. Очень. Пришлось смотреть вперед. Трясет прям, да, вся, да, вот, да. Это, вот это, вот это все, да. Выглядит, ну, как должно выглядеть. Битва с зомби это лучше, чем секс. Чем секс с зомби. Чем секс с зомби, пожалуй. Мы это сделали, мир в очередной раз. Спасибо. Спасибо, Виарадио. Всем хардкор!